Привет! Наши это любовь. Сегодня мы будем и ветер открывать, и Барби! Ура! Класс! Привет, ребята! Сегодня мы открываем такую классную Барби в купальнике. Смотри, давай, какая она красивая. Давай сначала откроем это. И одежка у нее есть. Покажи. Вот там платье, там в другое, что там, туфельки, и в третьей какие-то аксессуары, там зеркало, да? Да. Давай сначала Барби откроем, смотри, какая она классная. Барби, давай откроем Барби, а потом будем ей все остальное для нее открывать. Доставай. Покажи, покажи ее. Наша Барби. Вот, у нее такие бусики красивые. На них морской конек и морская звезда. А на голове такая повязка и на ней ракушка. Красивый очень купальник раздельный. Он снимается. Не так, как у других, он типа нарисован. Да, все снимается. Жаль, у нее только ноги и руки не сгинаются. Но все равно она такая красоточка у нас. Она, да, она их поднимает, садится. Давай посади ее. Вот так вот. Ну, руки только опусти. Опусти руки. Посади, давай будем ей открывать платье, аксессуары, обувь. Давай, открывай дальше. Там у него аксессуары. Аксессуары. Покажи. Зеркало, ничего себе. Ты ставь на столик. Ой, не стоит. Не стоит. Что там еще? Фен. Фен, класс. Да. У нее что там есть? Сумочка. Это косметичка. Класс. Ставь. Расческа, я вижу, есть. У нее есть такая косметика. Там пудра. Покажи. Обалдеть. Ничего себе. Класс. С зеркалом. Да. Класс. Еще что-то есть? Да. Наверное, духи. Что это? Это такая, так делаешь. А, это пудру наносить, щеточка, да? Да? Кисточка. Да еще есть. Не знаю. Пока это, наверное, губы красить. Губы красить? Да. Сколько аксессуаров много. Да. И помада открывается, да? Спасибо. Класс. И косметичка открывается, в нее можно слаживать всю нашу косметику для Барби, да? Да. Она резиновая. Вот там пудра у нее, да. Кисточка для пудры, расческа, да. Фен, зеркальце. Да, и везде логотип, да? Да, и помада. И помада, которая открывается. Ну что, давай дальше открывать, давай платье откроем и оденем ей уже платье. Давай. Давай, опять разрывай этот пакет и доставай наше платье. Ай! Она постоянно падает. Падает. А все равно, потому что она вверх лезет, так, давай положим. Давай положим. Давай поспи. Пусть поспит, пока. Доставай платье. Класс, блестящие. Ну давай еще откроем последнюю упаковочку. Посмотрим, какие там туфли есть, и будем ее переодевать. Да. Давай, прямо раскрывается. Видишь, что ты достаешь? Ой, а что это? Вот, доставайся. А что это такое? Это вешалочка. Ой, смотри, там даже очки есть. Ничего себе, класс. Покажи.
Там есть очки вот такие классные. Класс. Розовые. Что еще есть? Покажи туфли. Вот балетки такие розовенькие. Да, и ботинки на каблуках. И браслет. Браслет, сумка. И туфли. Класс. И далее это браслет. И очки. И ботинки на каблуках какие классные. Класс. Помада есть. Но это мы уже все видели. Вот. Давай одевать ее будем. Да. Давай. Вот здесь расстегивается. Вот так. И раздевать. Давай. Раздевай. Прямо эти такие лифчики красивые, звездочка. Со звездочкой. Очень красивое платье. Расстегивай его и одевай. Одели платье. Да. И мама мне налажит туфли на ней. Да. Видимо, к этой Барби надо все другое покупать. Видишь, они маленькие, вообще на нее обувь почему-то. И эти тоже не налазят. Да. Ну давай ей одень очки и браслетик. Давай, сначала очки, потом браслетик. Давай. Одевай очки. Вот такая. Покажи. О, какая она красивая. И браслет одевай. Браслет такой красивый, прямо такой. Сейчас мы попробуем нашей второй Барби обувь померить. То, что крестная подарила. Да. Леночка, да? Ой, делайте почти. Вот так. Ну, будет она у нас босиком ходить. Она у меня платье. Ну, смотри, прям браслет под платье, очки, ты ее уже расчесываешь. Да, да. Ну, сади ее пока, сади. Так, вот наша компашка Кен, Барби одна и Барби вторая, которую нам крестная подарила сумочкой. Волосы Николь уже 150 раз расчесала, и они еще в нормальном состоянии. Ресницы у нее там классные, настоящие прям. Да, давай мы ей попробуем переодеть вот эти ботиночки на каблуках и одеть бусы. Давай, одевай ботинки на каблуках, которые. Такая красивая. Странно. Красивая, это такая. И бусики ей оденем. Вот. Ботиночки. И давай бусики вот эти. Да. А этой Барби дадим вот это. Жаль, что я не налазил. Давай посадим вот так. Ну, наверное, хотя под эту сумочку больше вот эти подходят. Теснее. Ну, надо купить огромные эти туфли. Да. Вот наша компания. Класс. Такие все красивые. Класс. Подписывайся на мой канал. Сюда легко. Кстати, лайки. Пока-пока. Чао-чао.